Всем привет, с вами Коннор. Да. Сегодня, как говорится, ну такой вот ролик, именно такой, как бы сказать вам. Ну, даже не ролик, а как бы сказать, поздравление, естественно, вам, ребята, с наступившим 2022 годом, как говорится. Преодолели уже, как говорится, 2021 год. Канал уже, как говорится, исполнился уже, ну, именно с тех моментов, именно то, что я снимаю ролики, канал, по сути говоря, исполнился уже 2 года. Ой, не 2 года, блядь, пизжу. А 1 год, как бы сказать, исполнился. Ну, да и не важно. Как говорится, тот год, конечно, был вообще не сильно уж таким прям хорошим. Мягко говоря, для канала он был, конечно, ну, как бы сказать, он был немножко хуёвым, как бы сказать вам, да. Был немножко хуёвым. Это, как я вот считаю, всё. Потому что были, конечно, спады есть, и были, естественно, и повышения, и было много, как говорится, чего. Ну, все же, ребята, не будем, как говорится, печалиться. У нас еще целый еще 2022 год, как говорится, впереди. Посмотрим, как говорится, что будет там дальше, именно в 2022 году. Ну, ребят, что могу вам сказать? Контент, естественно, будет. Поэтому вы не переживайте. Будет контент, буду для вас стараться все делать, как говорится. И, ну да, ребят, что я хотел вам еще показать, как говорится, это, естественно, вообще вылезет именно фоточка. Именно сколько мы набрали людей вообще, ну, за весь этот год, блять, именно за весь год именно на данном канале, как говорится, вот, мы уже увидели. Ну, а даже сказать, целых 309 подписчиков. Да, 309 подписчиков уже на канале, как говорится. Сумма, конечно, не сильно большая, но, как говорится, будем стремиться к тому, чтобы набрать уже 500 подписчиков, а в дальнейшем уже и 1000 подписчиков. Хотя, наверное, вместе рядом подписка вы также видели просмотров, сколько мы всего набрали вообще за весь год. В принципе. Ну, как бы сказать, ну не прям за весь год, а за 11 месяцев, как бы сказать. Ну, наверное, так и есть. Ну, да не обессудь, как говорится. Будем, ребят, стараться. И я буду для вас стараться, как говорится, делать хорошие нормальные ролики. И все там подобное, как говорится, все, как говорится, по стандарту. Ну, естественно, будет троллейбус FS. Он, наверное, выйдет, не знаю, наверное, сегодня, ну, уже в новом 2020 году. Наверное, либо вечером, либо завтра. Ой, либо он выйдет уже 2 января и все там подобное. Но, ребят, как говорится, естественно, да, было очень, конечно, странно, и как бы все это было муторно, блин, все было в этом году. Вот реально, у меня были там перебои, естественно, с контентом, как были, как бы сказать, ну, немножко такие, ну, кризисы были творческие, потому что было нечего вообще снимать. Но надеюсь, что мы все это преодолеем, как говорится, все будет нормально, и все будет хорошо. Ну ладно, ребята, с вас наступившим 2022 годом, как говорится, с новым 2022 годом. Всем пока, ребята.